Сегодня на 27 июля 2016 года, вот вечер уже, 9 час. И вот на велосипеде я еду, я увидел, вот туман у нас везде идет, не туман, а леса горят в Алтайском крае. И вот дошли до нас этот дым. И вот такое интересное солнце. Вон как. В тумане. Лучи вообще не видать никакие. Интересно даже. Как у Господа все чудно. Где-то пожары. А у нас дожди. Господь охраняет нас от пожаров. Слава Богу за все.